Ladies and gentlemen, welcome everyone. My name is Balaji Ravikant from the Carnegie Endowment for International Peace. Фонда Карнеги. Мы сейчас еще должны дождаться одного панелиста. Он уже прибыл. Вот сейчас к нам присоединится Павел Данейко. Для меня честь быть модератором данной панели по разным причинам. Во-первых, мы уже несколько лет обсуждаем эти вопросы и с Александром Чубриком в том числе. Во-вторых, было написано исследование, в котором рассматриваются вопросы развития мирового капитализма. Но дело в том, что, конечно, есть особенности и в Беларуси. У нас сейчас очень представительная наша панель, и Бен Слей, в частности, и господин Павел Данейко тоже будет об этом рассказывать. Вчера я готовился, хотя я не экономист, поэтому для меня, конечно, честь, но, с другой стороны, я как-то волнуюсь. И вот я вчера искал что-то и нашел презентацию Джозефа Стиглица о судьбе капитализма, о том, куда он движется. И очень интересно, буквально пару минут, если вы не против, я хотел процитировать его, потому что он получил Нобелевскую премию по экономике. Мы несколько раз его приглашали, но, к сожалению, не получилось ему приехать. Все-таки интересное слово. Штиглиц говорит, что капитализм для большей части населения не очень-то работает. Существует значительный рост неравенства, особенно в Соединенных Штатах. Стагнация для большинства граждан. Распространяется неравенство и по возможностям, и по благосостоянию. Это первое. Второе. Рост равенства. Можно ли здесь каким-то образом решить вопрос через конкуренцию? Рост не экономик, а рост ренты, как он это называет. Вот в чем дело. И как последние века решался этот вопрос? Конечно, он рассматривает вопрос в том числе и глобальной экономики. Но два основных момента, касающиеся теории. Дело в том, что в основном преимущество извлекают те, кто наверху. Уже стагнация наблюдается последние многие годы, и для большинства американцев не работает капитализм. Причем небольшие инвестиции, большие прибыли и разрыв в разрывах, недостаточные накопления существуют, имеется в виду в Соединенных Штатах. И в итоге и трудовой капитал также падает. Но если взять Францию, большой разрыв между благосостоянием и капиталом, накоплением и капиталом. И он объясняет это. В частности, есть капитализированная стоимость ренты, и здесь же закладывается и доля эксплуатации в фирмах. Не только доля труда, но и доля капитала падает. Это опять-таки отражается в рентах. Еще важно сказать, он пытается объяснить несколькими факторами, а именно технологиями. Создались новые естественные монополии 21 века, которые не регулируются. Хай-тек уже знает, как эксплуатировать эти моменты. Данные, а не нефть, важнее. Новая нефть – это данные, это информация. Он пытается объяснить это явление тем, что меняются правила игры и нет адаптации в новом мире. И в том числе право применения работает по-другому.
Если вспомнить Франсиса Фукуяму, который тоже пытался объяснить эти процессы, он ведь писал, что это просто возмутительно, что по-прежнему не существует каких-то институтов, которые бы лишили лицензии в связи со своим поведением во время кризиса. Это примерно как кризис в конце 80-х, банковский кризис. Это лишь 1/70 финансового кризиса 80-го года. И тогда 30 тысяч было уголовных дел. И тысячи было людей осуждено в Соединенных Штатах. Весьма грустно выглядит эта картина капитализма, особенно в Соединенных Штатах. У нас замечательная, тем не менее, панель. Хочу еще раз представить их. Господин Бен Слей, который представляет ПРООН, старший советник регионального центра ПРООН для стран Европы и СНГ. Также с нами господин Бас Беккер, старший региональный постоянный представитель МВФ по региону Центральной Восточной Европы. Также Карлос Смитс, старший советник, старший, извините, экономист Всемирного банка в Белоруссии и Украине. И господин Павел Данейки, генеральный директор Института приватизации. Буквально по 5 минут каждому из вас, пожалуйста, с точки зрения белорусского контекста, то есть переосмысление посттрансформационной повестки. Большое спасибо, господин модератор, уважаемые гости, дамы и господа. Я хотел бы сначала поблагодарить организаторов форума за возможность участвовать снова в этом форуме. Сейчас уже господин Шелегейко об этом говорил. И в Беларуси, и в других странах требуются эти подходы. Буквально несколько минут потрачено на то, чтобы объяснить, что такое Минский консенсус, так скажем. Какие существуют идеи. Это не значит, что это официальные взгляды ПРООН или же других государств. Это мои личные взгляды. 9 основных моментов хочу отметить. Во-первых, если посмотреть на судьбу других консенсусов, как Вашингтонский или Пекинский консенсус, то тут можно, конечно, извлечь несколько уронов. Консенсус в определенном отношении не может быть универсальным. Более противоречивого не существует чего-то, чем Вашингтонский консенсус. На самом деле, что получается? Определенный синтез, определенные идеи, которые становятся яснее благодаря этому консенсусу. И таким образом, через упрощение они становятся яснее. Вторая моя мысль состоит в том, что подобные консенсусы могут быть неправильно поняты и просто превратиться в карикатуру, если почитать Уильямса, по сути дела, о его плачевных измышлениях о том, как воспринимается Вашингтонский консенсус. Третье, между, собственно, локацией, то есть место и названием консенсуса. Здесь нет прямой связи. Если вернуться к презентации Уильямсона в Вашингтоне, то это, в общем-то, это было не в Вашингтоне, это скорее было противопоставление идей из различных стран ОЭСР, в основном в Европе и Латинской Америке. Там эти идеи были и разработаны прежде всего, и практически к МВФ, к Всемирному банку никакого отношения не имело, в том числе и к казначейству США. Поэтому, если добавлять здесь географическое положение к этой парадигме, может быть и получится определенные новые мысли, но они напрямую не связаны с географическим положением страны. Итак, что же касается Минского консенсуса, я думаю, что
Четвертую мысль хочу свою предложить. Нужно понимать, что мы живем во время изменения наших парадигм. И, конечно же, конечная цель идет к тому, что все страны должны быть демократиями, развиваться должны быть капитализм успешно, как в Великобритании, может быть, США, как в УСР. Но все это меняется, знаете. Многие из нас, конечно, не против, чтобы было так, но мы признаем, что такая конечная цель развития, в общем-то, уже не столь привлекательна. Если посмотреть на Соединенные Штаты во времена Трампа, то, что происходит в ЕС за последние 3-4 года, здесь происходит еврокризис, миграционный кризис, Брексит, Каталония и так далее, всплеск национализма в некоторых странах. И если блестящее будущее, которое мы рекомендуем странам, которые пойдут по пути реформ, такое ли это блестящее будущее, что мы рекомендуем? Может, те, кто хотят ответов по реформам, может быть, они и сами могут дать какие-то ответы, а не просто искать ответы у нас. Пятая мысль. Довольно часто данные консенсусы таким образом развивается, что государство и рынок находятся противоречивы друг другу. Вашингтонский консенсус нередко отражает то, что рынок сокращается, а пекинский — это совсем наоборот. Но на самом деле, если быть откровенным, нужно признать, что в основном речь идет об усилении государства и усилении рынка одновременно. Мы видим, что в наиболее развитых странах мира именно такое происходит. И политологи, и экономисты говорят, что государство и рынки должны оба хорошо функционировать, и каждый из них хорошо функционирует отдельно. Поэтому нужны сильные государственные институты, чтобы гарантировать права собственности, развивать экономику. Нужны рынки для государства, которые могут распределять ресурсы, чтобы государству не нужно было бы оператором всей экономики. Конечно, по крайней мере, такие существует воззрение в капитализме. Шестая моя мысль состоит в том, что если вы хотите понять определенные результаты, что удовлетворительно, что нет, нужно смотреть не на теории и не на идеологию. Наоборот, нужно смотреть на драйверы политической экономики. Если мы хотим объяснить финансовый кризис еще 2008 года, который начался в финансовых рынках, в основном в Соединенных Штатах, Западной Европе в какой-то степени, то порой говорят, что это неолиберализм, своего рода большевистский некий глобальный якобы заговор. Но на самом деле, что произошло? Основным причиной было использование политическими лоббистами своих возможностей, которые не дало регуляторам эффективно справиться с теми угрозами, которые существовали на финансовых рынках. Если посмотреть на неравенство, в частности, атаки на средний класс. Мы говорили вчера уже об этом. И дело не в глобализации, а о том, что вымывается средний класс. Ну, все во больше и больше количества стран существуют определенные группы, которые получают преимущества от глобализации и не дают возможности этим преимуществам распространиться на других странах с переходной экономикой. Если, например, это шоковой терапии, мы переходим к постепенному подходу, то в конечном итоге получается то, что Джо Хеллман говорит о том, что те, кто выигрывает от реформ, не дают дальше, чтобы реформы работали и создавали необходимые механизмы для удовлетворения других слоев. Порой нужно защищать реформы от тех, кто получает от них преимущество. Седьмая моя мысль, и это уже касается Беларуси, состоит в том, что это своего рода страна-индикатор. Минский консенсус, точно так же, как Вашингтонский, если Пекинский,
Это касалось, конечно, Америки, Китая, но я бы так сказал, что очень представительно Беларусь с точки зрения, какие здесь есть сложности для среднего класса. Это страна с переходной экономикой, которая избежала наиболее крупных неприятностей, связанных с рыночными реформами. При этом она удержала и модернизировала государственный потенциал, который унаследовали с Советского Союза. И во многих соседях аналогичная ситуация. Беларусь также пытается укрепить рыночные механизмы, одновременно улучшая и модернизируя государственные учреждения, не создавая негативную динамику групп по интересам, которые могут подорвать программы модернизации и реформирования. Беларусь также делает это, пытаясь избежать истончения человеческих ресурсов и человеческого потенциала, от которого зависит развитие по пути устойчивости. И в этой части Беларусь добивается значительных успехов. Моя восьмая мысль связана с тем, что с представительской частью Беларуси, почему вообще Минский консенсус интересен? Потому что можно отметить и области уязвимости, очень важные области уязвимости в Беларуси. Несмотря на все достижения, как страна со средним высоким уровнем доходом, Беларусь сталкивается с угрозой макроэкономической уязвимости и определенной политической напряженностью, связанной с динамизмом отношений между Востоком и Западом. И многие страны оказываются в такой ситуации. И здесь нужно снять шляпу перед белорусской демократией, дипломатичностью, перед белорусскими попытками найти решение для тех вопросов, которые затрагивает Беларусь опосредованно, но при этом выступая мостом между евразийской и европейской интеграцией. И это хороший пример для тех стран, которые оказываются заложниками региональной динамики и региональных интересов. Моя девятая и последняя мысль касается того, что ответ, который нужен Беларуси, решения, которые нужны Беларуси, это те же самые решения, которые ищут и другие страны. Это решение вопросов устойчивого развития, это решение многосторонней дипломатии и многостороннего взаимодействия, а также взаимно выгодных подходов к решению экономических и экологических вопросов. В этом, собственно, и заключается глобальная повестка дня до 2030 года, которую только что описал Вячеслав Шелегейко. И Минский консенсус может быть способом достижения прогресса по этой повестке дня, а для стран со средним уровнем дохода эти достижения могут стать примером для подражания. Спасибо большое за всестороннее описание того, что может явить собой Минский консенсус. И спасибо, мы указали на то, что Беларусь находится в своего рода уникальной ситуации. Даже находясь в Минске, мы не можем это подчеркивать достаточно часто. Это нужно упоминать постоянно. И спасибо, что упомянули необходимость модернизации в государственном и частном секторе. При этом важно понимать, что это не альтернативное решение, либо то, либо другое. Необходима модернизация и в обеих секторах. Передадим слово Басу Бекеру. Как вы бы сравнили динамизм региональных тенденций и место Беларуси в этих тенденциях? Доброе утро. Я поговорю о том, что я называю консенсусом со стороны МВФ. Консенсус МВФ заключается в том, что нужно и макрополитику, и микрополитику проводить достаточно разумно. Если макроэкономическая политика выбрана неправильно, вы просто не выберетесь из нищеты, микрополитика, выбранная неправильно, не позволит вам вообще развиваться. С 1995 по 2007 годы Беларусь демонстрировала темпы роста наравне с передовыми странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. И посмотрим, что Беларусь выделена на этом графике красным столбцом. Начиная с 2010 года, экономический рост значительно замедлился, и сейчас Беларусь является, наверное,
наименее динамично развивающейся страной в разрезе реального ВВП на душу населения. Чем же обусловлены такие изменения? Одной из причин было то, что макроэкономическая ситуация в период экономического бума была не очень устойчивой. Посмотрите на график слева. Мы видим серьезный рост инвестиций, но при этом динамика сбережений была достаточно стабильной, и нынешний дефицит счета текущих операций привел к ряду кризисов с валютой. Но это не единственная проблема. Во время бума стимулы на микроуровне были выбраны неправильно. Темпы роста на самом деле маскировали проблему стагнации производительности. Давайте посмотрим, чем же это было обусловлено. Посмотрим, что нам говорит экономическая теория. Возьмем обычную производственную функцию. Я постараюсь объяснить это простыми словами для неэкономистов. То есть ВВП зависит от капитала рабочей силы. Давайте предположим, что есть компания, которая что-то производит. Ну, например, они доставляют посылки. Пешком их доставлять не очень эффективно. Например, они решают закупить себе велосипеды. Он серьезный рост производительности. Через несколько лет они покупают автомобили. Еще большее повышение эффективности. Ну, может быть, они могут новые машины себе купить спустя какое-то количество лет, но рост производительности все-таки не такой динамичный, и он замедляется и прекращается. Поэтому нужно делать что-то по-другому. Нужно начинать закупать, например, программное обеспечение для расчета маршрутов, для поиска эффективности в других местах. Поэтому в таком случае расходование иначе будет приводить к более низким темпам роста производительности. И хочу, чтобы вы еще помнили, что кривая здесь выходит затем на достаточно ровный уровень на этом графике. Что вам в итоге нужно? Вам нужно повышение производительности на том же уровне, чтобы, расходуя одно и то же количество ресурсов, мы бы могли производить больше и больше. Чтобы у вас график выглядел как прямая линия. Чтобы при затратах на производство и производство, производительность производства также возрастала. Ну, по крайней мере, такова теория. Но мы и на практике можем видеть тому примеры. Давайте сравним Беларусь и Польшу. В Польше рост совокупной производительности был ключевым фактором экономического роста. И в Польше производительность одного работника увеличивалась, соответственно, росту затрат капитала на одного работника. В Беларуси масштабные инвестиции были основным фактором роста, а рост производительности был либо медленным, либо даже отрицательным. Так что наращивая капитал, расходуемый на каждого работника, давал либо нулевое, либо отрицательное значение в приросте производительности. Давайте посмотрим на этот график. Вот Польша и динамика в Польше с начала 90-х. И вы видите хороший восходящий график. Реальные затраты на одного работника и реальные ВВП на одного работника. Больше тратим, больше получаем. Собственно, такие графики и нравятся экономистам в долгосрочном ряду. А вот что мы видим в Беларуси. Реальные затраты на одного работника возрастают. Сначала это приводит к существенному росту, но затем на каждый объем потраченных ресурсов вы получаете все меньше и меньше отдачи в части производительности. И здесь не сокращение объема инвестиций привело к снижению производительности и отдачи в части производительности для инвестиций. Просто здесь задача состояла в поддержании госпредприятий на плаву, а не в продуктивной поддержке новых компаний. То есть отсутствие должных стимулов по сфере госпредприятий препятствует эффективному использованию тех ресурсов, которые есть. Здесь Беларусь сталкивается с теми же самыми проблемами, с которыми Польша сталкивалась в 80-е. Вот график для Польши, который, в принципе, похож на график для Беларуси последних лет, но в Польше он присутствовал с
70-х по 80-е годы, а затем с 89-го года, вплоть до 89-го года, с середины 70-х, объем капитала на одного работника вырос практически на 50%, производительность осталась на том же уровне. Поэтому для более эффективного использования ресурсов необходима реструктуризация госпредприятий. Вот долю убыточных госпредприятий. Нужно создать равные условия для развития динамичных компаний частного сектора. Это не значит, что нужно полностью пересматривать и отказываться от белорусской социальной модели. Некоторые богатейшие страны Европы, у которых большая система госуправления, при этом низкий уровень неравенства в доходах. Но я вам покажу на примере следующих графиков, что у этих стран есть конкурентные рынки и контроль за поддержанием должного уровня конкуренции, а также эффективное управление. Вот вам схема, которая показывает распределение ВВП на душу населения в процентах. И чем темнее цвет, тем богаче страна. Видите, что северо-западная Европа – это самый богатый регион. На этом графике важно обратить внимание на две вещи. По оси X приведена конкурентоспособность на рынке. По оси Y показан индекс неравенства доходов. То есть, чем выше находится страна, тем выше уровень неравенства. И те страны, которые находятся в нижнем правом углу, они отличаются низким уровнем неравенства доходов и высоким уровнем конкуренции на рынке. Это именно те самые богатые страны, которые вы видели на графике в северо-западной части Европы. Вот график эффективности систем госуправления, который составил Всемирный банк. ВВП на душу населения ось Y, эффективность систем органов госуправления ось X. Видите, где находится Беларусь и где находятся страны северо-западной Европы. И правительство, система госуправления этих стран на самом деле далеко не всегда маленькие. В Нидерландах, в Германии обе страны достаточно богатые. Система госуправления примерно такого же размера, как в Беларуси. Подытоживая, можно сказать, что макростабильность в Беларуси восстановилась. Одним из двух элементов консенсуса со стороны МВФ является необходимость макроэкономической стабильности. Ну, по крайней мере, ее в стране добились. Но при этом здесь еще и микростимулов и микростимулы и микромеханизмы нужно подобрать правильно, иначе обеспечить долгосрочный рост высокими темпами будет невозможно. В заключение нужно сказать, что к быстрому и устойчивому росту Беларуси вернуться будет очень сложно. Даже выровняв макроэкономические условия и показатели, само по себе это ничего не даст. Здесь так или иначе снова придется столкнуться со снижением отдачи от инвестиций. И снова придется задаться вопросом более эффективного использования ресурсов и развития частного сектора. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Бас. Технократически, после теоретически. По сути дела, лишний раз мы сверили часы, поэтому большое спасибо за эту презентацию. Мне очень было тоже интересно ее послушать. Эту презентацию была с Карлес Смитс, Всемирный банк сейчас. И тоже у него будет сравнение своего рода. Немножко под другим углом будет рассматриваться вопрос. Буквально несколько минут сейчас я посвящу разговору о счастье, в том числе и о Беларуси. Итак, немножко поговорим о счастье, чтобы экономическое развитие порой нас интересует. Но есть еще и другие люди. Вот такая цитата
Льва Толстого все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это очень важная фраза, потому что, наверное, это касается не только психологического состояния семьи, но и экономического развития страны. И я буду ссылаться на эту аналогию во время своей презентации. Итак, что же за счастливые семьи такие? Вот 10 характеристик счастливых семей. Вашингтонский консенсус, по сути дела. Если взять богатую и счастливую страну, то трудно найти, чтобы там не удовлетворялись эти 10 пунктов. И в Википедии, это просто фискальная дисциплина. И дальше вы видите налоговые реформы, соответствующие ставки, обменный курс, либерализация, распределение средств, растущий частный сектор, дерегуляция и охрана прав собственности. Важные характеристики, если посмотреть, что происходит в Беларуси за последние лет 20, и в том числе, если посмотреть на план 16-20 года, то мы видим тоже, она стремится примерно к тем же характеристикам. С точки зрения консенсуса существует, конечно, определенное понимание, что осуществляются перемены и определенные шаги по фискальной дисциплине предпринимаются. И мы знаем, что определенная квазифискальная деятельность тоже успешно ведется, как уже говорили мои коллеги. Обменный курс здесь тоже зафиксирован, существенный прогресс, либерализация торговли, стремление вступить в ВТО. Но вот я все-таки вычеркнул восьмое, потому что некоторые не согласны с ролью правительства в регулировании приватизации государственных предприятий в том числе. Вот здесь есть разночтение, конечно. Если мы согласны, что это характеристики счастливой семьи, то я думаю, что и в Беларуси тоже многие считают и знают, что нужно сделать с точки зрения перемен, чтобы этих характеристик достичь. Однако все-таки нет полного согласия относительно объемов, масштабов и сроков таких реформ. Поэтому существуют, конечно, какие-то различия между странами в этом смысле. Вот пару примеров. Раньше я работал в Пекине. Я хочу немножко рассказать о том, как у разных стран к этому относятся. Это своего рода экстремумы. Так называемый пекинский велосипед. Как они осуществляют реформы и процесс перемен. В Пекине раньше у всех были велосипеды, а потом они говорили, что можно двумя способами достичь неудачи. Либо слишком быстро, либо слишком медленно едешь. Медленно упадешь, быстро тоже можешь упасть. Поэтому эта аналогия используется. То есть любой переход от одной вещи к другой. Вот два колеса перед вами. Большое колесо – это старая экономика до перехода. Это причем основной драйвер роста и в Китае, и в том числе, и причем постоянно это происходит. И резкая перемена невозможна. Были, конечно, попытки, но если в Китае такое было бы сделано, это бы не подошло. Переднее колесо – это новая экономика. Оно поменьше и в другом направлении может двигаться. И конечно же, получается, ветер дует тоже в лицо, и поэтому немножко сложнее ему двигаться, и возникают поэтому сложности, но при этом есть и возможности для того, чтобы двигаться в новом направлении с новым колесом. Поэтому это достаточно постепенный процесс, такой пекинский велосипед. Нет, однако, консенсуса полного в Пекине. Если посмотреть на 18-й
съезд, а еще 19-й съезд Компартии Китая был, в том числе относительно либерализации обменного курса. Вроде бы эти, все эти вопросы и присутствуют, и реформа госпредприятий. Другое дело, как это осуществлять? То есть они считают постепенно. Используется трехколесный велосипед, три колеса, как видите. Реформа двигается вследствие какого-то кризиса, и требуется реакция, а именно что-то нужно делать. Потом, когда заканчивается кризис, возникает инерция. Что же за последние 20 лет мы наблюдали, особенно последние лет 10 в Беларуси? Конечно, потенциал очень серьезный есть, который позволяет быстро реагировать на проблемы. Последние макроэкономические вопросы, когда возникали быстро, они были довольно разрешены. И действия Нацбанка тоже нужно отметить, правительство. Но потом, когда вопрос решается, снова возникает инерция. И структурные вопросы не решаются до следующего кризиса. Поэтому получается вот такой трехколесный велосипед, один из которых инерция, и когда нет движения, нет отталкивания от земли. Так что же происходит в Беларуси? Как уже говорил БАС, один из основных вопросов – это разрыв между накоплениями и инвестициями, сбережениями. Рано или поздно происходит какая-то ребалансировка, и мы видим, что за последние три года эти процессы происходят. Раньше где-то 10% от ВВП этот разрыв составлял, этот дисбаланс. Структурные реформы, конечно, нужны для того, чтобы все было более плавно. К сожалению, это порой происходит резко. И необычный момент – это то, что в основном это происходит в частном секторе. Уже БАС говорил, что слишком большое присутствие государства в экономике. Это касается необходимости реформирования государственных предприятий. Итак, как же проводить реформы разумно? Всемирный банк осматривает опыт различных стран. Три основные характеристики отмечают: успешная реформа, в частности, приверженность, координация и сотрудничество. То три основных компонента успешного перехода. Приверженность – это строгое следование природе реформы. Дело не идет, в данном случае речь идет не о скорости реформы, а его о сути. Координация – это имеется в виду координация на всех уровнях правительства и частного сектора. И, конечно, основная проблема в Беларуси остается в том, что именно в координации на разных уровнях правительства и в том числе с частным сектором. И, наконец, сотрудничество всех участников процесса, включая население. Если население не поддерживает, то, конечно, тогда трудно осуществлять реформу. И у нас есть определенное представление относительно движения Беларуси навстречу Беларуси инклюзивной, динамической. Очень успешно двигалась за последние десятилетия Беларусь с точки зрения снижения бедности, роста ВВП, улучшения индекса человеческого развития. Это очень хорошие показатели. Сегодня, конечно же, задача стоит, чтобы избежать вот этой траектории низкого роста. Во-первых, существуют внешние обстоятельства, которые существенно изменились. И есть определенные
попытки структурных реформ, которые все-таки не были реализованы. По-прежнему есть неверное распределение капитала и труда. Об этом уже немножко говорил Бас. Социальный договор также неустойчивый, потому что существуют вопросы с наймом государственных предприятий и с зарплатами там. И, наконец, слишком большое развитие внешних источников финансирования, которое делает экономику Беларуси уязвимой. Я поговорю сейчас немножко о другом. Бас уже отмечал это в своей презентации. Мы считаем, что где-то 2% будет рост в год. Это впервые этот график демонстрируется, распределение в домашних хозяйствах затрат. Есть $10 в день, это порог бедности в Беларуси. Видите, с точки зрения доходов достаточно обычно. Но если посмотреть на год 2014-2015-2016, вот самый пик приближается к порогу бедности, поэтому рост 2%, возможно, будет недостаточный, чтобы распределение затрат домашних хозяйств сохранить на необходимом уровне. Итак, три основных элемента. Экономика должна быть более конкурентоспособна. Это, в общем-то, и так понятно. Второй момент – это социальная реформа, социальный переход. Нужный так называемый социальный договор, новый механизм, и в том числе новые механизмы регулирования безработицы и социальной защиты, в том числе реформа тарифов ЖКХ. И третий момент – это, конечно, совершенствование институциональных рамок, которые бы сделали Беларусь более ориентированной на рынок. Три элемента, которые должны осуществляться параллельно. Достаточно немало стоит этот переход, трансформация госпредприятий, социальное страхование. Конечно же, что дороже, можно разобраться, если посмотреть на этот график, то есть статус-кво или реформы. Вот видите, госдолг и ВВП, рост наблюдаем долго. И дальше мы видим, конвергенция доходов уже остановилась. Это в Беларуси и России стало довольно плоской эта линия. Если сравнить с балтийскими государствами, то это схождение этих линий, так скажем, конвергенция доходов, это тоже очень важный элемент. И, наконец, последнее. Много говорят о реформах, о том, что их больше нужно или меньше. Суть в том, что экономический рост или счастье исходит от более качественных реформ, а не от большего количества реформ. Вот то, что я хотел сказать в заключение. Большое спасибо, Карлис. Как раз консенсус связан со счастьем. Я думаю, возможно, какие-то будут комментарии. Сейчас передам слово Павлу Данейко. Ему будет нелегко. Я думаю, если вы не против, речь идет в том числе и о государственных предприятиях, потому что мы своего рода касаемся всех моментов, которые уже обсуждались до нас. I will only talk about private sector. Мне вчера журналисты спрашивали, ну, когда же в Беларуси начнутся реформы? Я пытался понять, почему не думаешь, что здесь реформ не было. Ну, Вашингтонский консенсус что нам говорит? Макроэкономическая стабилизация, приватизация и снизить барьеры для начала бизнеса. Белорусский бизнес формировался в отсутствии всех этих условий.
Но я считаю, что с точки зрения формирования частного сектора, отсутствие приватизации было позитивным. Если мы исходим из того, что в обществе ограниченное количество людей, которые способны быть предпринимателями, то значит, основная активная часть из них пошла в создание новых предприятий. Я думаю, что есть большая ошибка, когда мы считаем, что социалистические предприятия плохо работают, потому что плохо управляются. У нас есть незаконченная работа на основе методологии Яноша Корней, которая говорит о том, что социалистические предприятия строились, чтобы плохо работать. И поэтому часто приватизация для своих, как это было в Украине и России, парализует предпринимательскую активность невыполнимостью задач реструктуризации таких предприятий. В Беларуси наши пошли все в гринфилд. В каких условиях создавались эти новые частные предприятия? Невероятно высокие темпы инфляции, очень дорогие деньги. И где-то, насколько я помню, в 2003 году у нас были примерно такие данные по нашему исследованию, что где-то 3,5 миллиона долларов годовой оборот означал, что ты мог заводить в офисе кабинет для проверок. Ну, там проверки все время шли у вас. Какие бизнесы в таких условиях выжили и достигли успеха? Экспортно-ориентированные производственные компании. Нишевыми сфокусированными стратегиями. Вот с этих времен и появились вывески в России. Белорусская косметика, и в Украине тоже. Белорусские продукты питания, белорусская мебель, белорусские двери и так далее, и так далее, и так далее. Эти компании имели простую стратегию. Европейское качество по китайской цене. Не нужно было никакого маркетинга. Эти потоки товаров уходили на рынки России и Украины, которые росли, росли, спасибо нефтяным ценам. А как развивалась дальше ситуация? Где-то в 2005 году, в 2006, произошел перелом большой в отношении населения к частному сектору. В 90-е годы в Беларуси отношение к частному сектору было у большинства населения негативное. Но мы все вышли из коммунистической страны и знаем, что купить и продать – это спекуляция, это плохо. Но бизнес 90-х годов был таким. Где-то к середине 2000-х стало понятно, что возникли предприятия эффективные, которые были созданы усилиями этих людей, успешных предпринимателей. Это изменило отношение населения к частному бизнесу. И если мы сравним отношение населения в Украине, России и в Беларуси к частному бизнесу, мы увидим разницу. Здесь нет олигархов, здесь нет состояний, которые возникли благодаря ренте или коррупции. И, возможно, я не прав, но это стало хорошей платформой для начала реформ в частном секторе. И мы результат знаем. Это 38 место в Doing Business по условиям ведения бизнеса. Но что еще отличает белорусский бизнес от наших соседей, россиян и украинцев? У нас была возможность сравнить ценности белорусского бизнеса, русского и украинского. Для белорусов в разных отраслях в первой тройке приоритетов стоит качество продукции. У наших украинских и русских соседей это в конце десятки. И второе – это открытость к любым рынкам. Наши предприниматели не рассматривают рынок Беларуси как единственный рынок, на котором надо работать. Эти ценностные концепции постепенно становятся, распространяются в бизнес-среде.
Что я хотел сказать по поводу этого, что я хотел сказать по поводу Вашингтонского консенсуса вот с этим примером? Часто мы увлекаемся созданием организаций рыночной экономики, а не созданием институтов рыночной экономики. Институты рыночной экономики – это система ценностей, которая закреплена организациями, стимулирующими либо наказывающими за исполнение или неисполнение ценностей. Если мы создаем организации, которые не соответствуют ценностям среды, мы получаем квазиорганизации. И они напоминают рыночные, но реально так не работают. Есть хорошая фраза у Яна Смита, это последний президент Родезии белой. Перед тем, как Мугабе победил, после того, как Мугабе победил, он сказал, что африканская демократия – это очень просто. Один человек, один голос, один раз в жизни. Если не произошли ценностные изменения в обществе, то любые попытки реформ, которые не опираются на динамику ценностных изменений, будут приходить в тупик. Все. Thank you, Pavel. Спасибо, Павел. Спасибо, Павел. Как всегда, вы сказали многое, но даже то, чего вы не сказали, чего вы молчали, также было достаточно красноречиво. Сейчас все панелисты высказались, поэтому предлагаю вот что. Прежде чем мы дадим возможность аудитории задавать вопросы, нет, наверное, все-таки дадим аудитории задавать вопросы, а потом я задам свои. Пожалуйста, поднимайте руки, называйтесь, представляйтесь, задавайте вопросы. По-моему, нет вопросов пока. Хорошо, тогда вернемся к нашим участникам. У меня есть три вопроса по трем измерениям. Я уже цитировал Штиглица, но еще раз повторюсь, когда мы говорим о переходном периоде, мы, в принципе, часто говорим об этих трех странах, просто в силу мандата международных организаций, но в то же время нужно рассматривать переход в другом контексте. Штиглиц говорит, что все развитые экономики так или иначе находятся в переходном периоде от производства к услугам и от производства к экономике знаний. Есть ряд процессов трансформации перехода и на глобальном, и на региональном уровне, которые обусловлены определенными местными условиями или имеют местное влияние. Во-первых, есть демографический переход к экономике более взрослого поколения, и также происходит переход от традиционной экономики к экономике знаний. Сложность в том, что при этом необходимо создание обучающегося общества, и при этом нужно обеспечить значительное повышение уровня жизни по сравнению с предыдущими поколениями. Ну, по крайней мере, это актуально сейчас для Запада, да и для Востока. Второй момент. Я бы сказал, что у нас слон в комнате, о котором мне говорят, это Россия, именно отношения между Белоруссией или соотнесенность белорусской экономической стратегии с российской экономической стратегией. Насколько это вообще изменилось за последние 20 лет? И что в этой части вообще происходит? И третий момент – это роль государства, о которой говорят так или иначе все международные организации. Мы слышали о корректировках, о изменении подхода. Нам сказали, что у нас нет приватизации, олигархов здесь. Но учитывая, что государство и государственную собственность удалось сохранить, это стало ценностью самой по себе, особенно на фоне Украины или Молдовы.
Сейчас реформы в Украине, по сути, направлены на восстановление социального контракта. Здесь, в Беларуси, скорее реформы связаны с реформированием государства, потому что есть что реформировать. Поэтому вопрос, каким образом происходит корректировка государства и контролирующей функции государства в сторону регулятивной функции. Давайте найдем с Бена. Вот, хотелось бы услышать ваши комментарии по этим трем пунктам. Спасибо большое, Балаш. Возвращаясь к трем моментам, которые вы только что подняли. Одной из сложностей, одним из вызовов для развитых капиталистических экономик и вообще развитых экономик является переменчивая природа самого развития. В 20 веке развитие и модернизация преимущественно означало промышленное и индустриальное развитие, а затем постиндустриальное развитие с созданием сектора услуг. Эти механизмы развития, с ними были связаны очень важные достижения, снижение уровня неравенства. Рабочие, работники становились более производительными единицами, переходя из сельского хозяйства в промышленность, получая образование и высшее образование. Экономики стран становились более равноправными, более справедливые социальные контракты формировались. Сейчас и этот механизм начинает меняться. И в наиболее развитых, если можно так сказать, экономиках, и в развивающихся экономиках. Мы, например, это наблюдаем в феномене деиндустриализации, когда все чаще и чаще развитые и развивающиеся экономики доходят до определенного уровня ВВП на душу населения. Вообще, при более низком уровне ВВП, более низкой доли промышленности ВВП, это еще больше, на самом деле, обеспечивает снижение уровня неравенства, которое раньше было связано исключительно с промышленным ростом. Это преимущественно технологические изменения, создание экономики знаний, но это, в свою очередь, связано не только с определенными сложностями и выгодами, как, например, устранение тех факторов, которые раньше влияли на снижение уровня неравенства. Это также обуславливает большую стабильность политэкономики, а также устойчивость финансовых систем. Если возьмем экономику США, например, сегодня огромная динамика наблюдается, конечно, в IT-секторе, но при этом есть и скрытые механизмы политэкономической и финансовой нестабильности. Колоссальные компании, такие как Google, Facebook, они колоссальные в объемах капитализации, но при этом количество занятых в этих компаниях людей не так уж значительно. В итоге не происходит перераспределения из таких вот гигантов. Их можно назвать промышленными гигантами в своем роде. Еще одна разница, которая отличается экономика знаний, это ситуация, в которых маржинальные издержки являются нулевыми при продаже определенной продукции, то есть привлечение новых клиентов на Facebook, по сути, бесплатное. В то же время доход, маржинальный доход от этого является положительным и постоянно растущим, потому что сейчас все в сетях. То есть, по сути, нет стабильной ситуации, рыночной ситуации, когда при росте издержек растут доходы, достигается равновесное состояние и так далее. Этого мы не видим в этом динамичном развитии, в этом технологическом прогрессе в самых развитых капиталистических экономиках. Мы только сейчас начинаем примиряться с социальными, деловыми и финансовыми последствиями этой ситуации. Что касается России и вашингтонского консенсуса, я на самом деле считаю Россию еще более важным фактором и еще более крупным слоном в помещении, именно в части того, каким образом нужно организовывать собственную экономику для устойчивого роста. Россияне сделали вот что.
сделали, скорее даже еще более последовательно то, что сделали, пытались сделать американцы или китайцы. Россияне сделали вот что. Они переписали правила европейской системы безопасности на фоне событий в Украине 2013-2014 года. Конечно, Российская Федерация также обосновала свои действия, и здесь я не собираюсь ничего критиковать. У них есть обоснования для своей политики. Но это именно то, что поменяло представление Европы о правилах игры. Это, вероятно, самый важный фактор. А что касается корректировки роли государства, то полагаю, что все государства находятся на том или ином уровне, на том или ином этапе этого пути в деле адаптации к изменениям в условиях социального контракта, в изменениям в экономических условиях и при этом при соблюдении требований необходимости обеспечения безопасности для людей. В общем, легче никому не становится. Спасибо, Бас. Буквально несколько мыслей. Во-первых, когда мы говорим, что за последние несколько десятилетий стали хуже жить, это неверно. 20 лет назад, скажем, если купить камеру за $5000, $1000 за фотоаппарат, самый классный, мобильник, $1000, компас $100. А вот сейчас все это можно вместе купить и гораздо лучшего качества. iPhone, все в одном. И каждый может это купить. Поэтому технологический прогресс поднял жизненные стандарты. Стали дешевле, поэтому уже стало естественным. И поэтому резко возросли жизненные стандарты. Онлайн можно почти все найти. И если надо куда ехать, посмотрел по Гуглу. Поэтому, если сравнивать с тем, что 20 лет назад было, это совершенно неверно утверждать, что хуже стали жить. Конечно, и неравенство – это другой вопрос. Но большинство людей доходы не стагнировали. Конечно же, проблемы есть с IT-компаниями, и здесь есть неравномерность в распределении доходов, но и много хорошего они тоже предложили. В частности, те, у кого большая доля рынка, может быть, скоро они не будут иметь эту долю. Представим себе 10 лет назад, скажем, что будет iPhone. Тогда Nokia у многих были, помните? И еще это там с клавиатурой. BlackBerry, помните? Вот многие думали, что вот BlackBerry очень крупная компания будет. Вот все они пропали, то практически. Поэтому, если взять неравенство доходов, то здесь решение больше конкуренции. В Западной Европе, в Восточной Европе есть конкуренция, порой даже и недостаточно конкуренции в той же Америке. Я в Польше живу. У меня на iPad 30 гигов план тарифный, $30. То есть 3 гигов стоит $30 в Америке. Многие думают, что там слишком много конкуренции. Да нет, меньше там конкуренции в США. Вот как раз если мало конкуренции, тогда может быть больше неравенства. И в Западной Европе это почувствовали, а в Америке недостаточно это понимают. Поэтому нужно больше конкуренции. И тогда падают цены. Не бойтесь конкуренции. И, наконец, по России. Безусловно, Россия для Беларуси очень важный партнер, как рынок экспорта и как источник дохода.
для белорусского бюджета 10% ВВП. Упал на 10% упал ВВП, и в России, конечно, нужно приспосабливаться, нужно самостоятельно зарабатывать то, что теперь не получишь от соседа. Но я хочу коснуться этих трех моментов. Дело не в том, что какие модели правильные, неправильные. Важно, как приспособиться к теперь новым переходам, что происходит в Китае, в частности. За последние несколько десятилетий происходят процессы, которые затрагивают весь мир, огромных масштабов процессы. Это касается и Соединенных Штатов, и Западной Европы. Система торговли, глобализации прежде всего была построена на торговле в рамках ВТО. И, конечно, мы видим, что вот тот же iPhone изготавливается в Китае, и можно доставить куда угодно. И все богаче и богаче становятся экономики, и они все больше... Сектор услуг разрастается, собственно, сборка пошла в Китай, а в наших странах развитых все больше и больше услуг. Торговля происходит и услугами, и, конечно же, здесь проблемы с отношениях с Китаем состоит в том, что доступ к китайскому рынку, как это было в Японии, пока закрыт по услугам. И администрация Трампа начала над этим работу, и в общем-то, теперь уже компании, которые занимаются кредитными картами, могут работать уже в полной мере и в Китае. Видите, что происходит в мире, какие усилия прилагаются, трансатлантическое партнерство, в том числе одно из самых первых соглашений по торговле услугами, в том числе. Поэтому происходит определенный процесс приспособления. И Бреттон-Вудские институты тоже немножко привыкают к роли Китая как будущий самый крупный актер на этом глобальном рынке. Но вопрос, конечно, здесь в конкуренции стоит не в меньшей степени. Второе. Отношения с Россией. Безусловно. По трем каналам очень хорошо получала свои преимущества Беларусь вот через торговлю, через потоки капитала, и государственный, и частный сектор. И, конечно, благодаря преференциальным ценам на газ. Все это, конечно, были плюсы, но диверсификации не было достаточно в экономике Беларуси, поэтому в этом была и ловушка. И поэтому тут имеют такие решения и политический подтекст. Если какие-то проблемы по договоренности с Россией по ценам на газ, то это резко меняет на весь рынок Беларуси. Поэтому хорошие отношения с Россией, хороших отношений не избежать, нужно их строить, тем не менее, их на основе соблюдения правил, поэтому участие в ВТО Беларуси это приветствуется. Россия, как-никак, это триллионная экономика, и, наконец, по роли государства. Мы считаем, что уточняться должна роль государства во многих в странах три основные роли у государства. Во-первых, государство продвигает рост через государственные предприятия в том числе. Это, в общем-то, нормально. Мы не видим здесь проблемы. Это вопрос политический. Однако вот эта роль немножко мешает другим ролям, как регулятора и той структуры, которая создает равные условия для всех. И, конечно же, ответственное управление государственными активами. Поэтому нужно уточнять роль государства с точки зрения регуляции и с точки зрения работы с государственными активами. Не значит, что все нужно приватизировать. Нужно лучше ими управлять, по крайней мере.
Мы знаем, что некоторые из госпредприятий напрямую подчиняются конкретным министерствам, создается конфликт интересов с точки зрения и координации, и регуляции в одном лице. Поэтому, может быть, хотелось бы, чтобы было одно агентство, которое всеми этими государственными активами бы управляло. И, наконец, государство, конечно, участвует в развитии экономики, но производство социальных услуг должно быть через соответствующие сети. Я имею в виду то, что если трудно найти кому-то работу, то здесь государство должно выплачивать достаточные выплаты по безработице, предоставить достаточно времени для нахождения соответствующей работы. И здесь должна быть четкая спланированная программа социальной поддержки для тех семей, которые не могут позволить себе платить по определенным тарифом, получали бы соответствующую поддержку. Вопрос, конечно, стоит в том, как приспособить роль государства в новых условиях. Нужно понимать, что, конечно, правительство над этим работает. В прошлом году были индикаторы по уязвимым категориям, по тарифам в том числе, по безработице, по этим темам. И прогресс здесь наблюдается. Это очень важные шаги для продолжения реформ. Спасибо. Изменения, которые происходят сейчас в мире, связаны в первую очередь с резким падением транзакционных издержек, снижением. И это будет иметь таких 5 глобальных последствий. Все будет дешево, это хорошая новость. Кастомизация производства, резкий рост безопасности, локализация социальной и экономической жизни и плохая новость – рост неравенства в доходах. Почему будет все дешево? Эффект уберизации, да. Мы можем элиминировать из цепочки ценностей создания целый ряд звеньев, на которых приходилось достаточно большие затраты. И это снижает ценность продукта. Но представьте себе, если Uber перейдет на блокчейн, то это цены еще больше упадут, потому что обслуживающего персонала системы вообще не будет. Дальше крауд-подходы позволяют резко снизить потери при экспериментировании создания новых продуктов. Вы практически выходите на рынок с уже проданным продуктом заранее. А это, в свою очередь, ведет к очень серьезной оптимизации структуры капитала, позволяя снизить капиталоемкость любого производства. Кастомизация, я когда-то смотрел фильм «Тысяча одна ночь», и там Аладдин сшил сапоги и пошел продавать на рынок. Но это ложь. В средние века не продавалась обувь на рынке, потому что никто не знал 42-го размера там, или 38-го. Кроме того, открою, может быть, тайну вам, у нас ноги с вами разные, длины каждая ступня. Поэтому обычные колодки были под каждую ногу. Что позволяет резко усилить кастомизацию? Интернет позволяет знать о нас все очень быстро. И плюс аддитивное производство и прямые контакты производителя с покупателем. Это уже позволяет создавать абсолютно кастомизированные вещи. Мы уже видим в моде, как это происходит. Это приводит где-то 20-30% стоимость выше, но если мы элиминируем всех посредников, то это в 2-3 раза ниже, чем нынешняя цена в магазине, например, такой вещи. Безопасность. Интернет вещей и искусственный интеллект в медицине, и все это позволит нам иметь более безопасный мир.
Ну, поскольку аддитивное производство и тренд локализации энергетики, кроме того, да, и локализации производства, то, безусловно, функции централизованных крупных государств, которые возникли это всего 200-300 лет назад, там, они будут снижаться, и социальная жизнь будет стремиться к локализации, так же, как и экономическая. Ну и неравенство доходов. Тут много книг написано, можно... Я не буду останавливаться на этом. Я думаю, основных 5 трендов, которые будут менять нашу жизнь. Отношения между Белоруссией и Россией, соотношения. Я недавно был на конференции в Роттердаме, выступали мои российские коллеги, и у них был слайд такой. В 2006 году ВВП России на 70% производилось частным сектором. А если вы помните, в Белоруссии тогда 25% производилось частным сектором. А потом они показывают слайд прошлый год, ВВП. Я не проверял, но верю им. 70% в России производит госсектор. А в Белоруссии 45% производил новый частный сектор и 50%, 5%, по нашим данным, производилось частным сектором. Я думаю, что просто траектория развития наших экономик сильно различаются. И надеюсь, это различие сохранится в будущем. Роль государственного регулирования. Это был же такой для Беларуси сложный вопрос. Я объясню. Перед Майданом еще я выступал в Киевской школе экономики. С нашим исследованием по скрытым чемпионам. То есть это высокотехнологичные белорусские компании, которые доминируют на мировых рынках. И все это модерировал Павло Шеремета. Он тогда был ректором школы. И встала дама и говорит, я не понимаю, о чем этот парень рассказывает. Она работает в аудиторской фирме, не в первой четверке, а вот... вторая четверка. Я, говорит, делаю аудит белорусских компаний. Ужасная компания. Меня селят в ужасных гостиницах, кормят в ужасных ресторанах. Павло говорит, а я вот у Павла работал 3 дня. Отличные гостиницы, отличные компании, хорошие рестораны. Я подошел к этой даме потом, стал спрашивать, где ее селят. И стал понимать, что в Беларуси живет 2 мира параллельно. И эти 2 мира едят в разных ресторанах, живут в разных гостиницах и практически в быту не пересекаются. И в одном мире, где госпредприятие, роль государства огромна. Во втором, слава богу, с каждым годом сокращается. В общем, мы видим, что частный сектор получает ежегодные порции хороших новостей, которые снижают и снижают регулятивную нагрузку на частный бизнес и стимулируют его развитие. А вот по поводу первого сектора государственного, ну, мы не занимаемся им, поэтому я не знаю. Thank you, Pavel. Спасибо, Павел. With this round, there's also still some time to ask... У нас есть еще немного времени на вопросы из аудитории, если таковые есть. Я вижу 2 вопроса, поэтому, пожалуйста, микрофон возьмите и представьтесь. Господин первый и дама за ним. I'm Nikolai Trifonov from the Belarusian Society of Values. Я хотел бы вернуться к выступлению Павла Данейко, не последнему, а вот в панельному. В конце было сказана такая фраза, что вообще говоря, надо создавать институты, а не организации для осуществления реформ. И, наверное, один из главных институтов, который нам нужен, это институт гражданского общества. В то же время ясно, что непростое это и самое главное – не быстрое дело. Так что же, настоящих реформ не будет, пока мы как общество не созреем для них? Я бы хотел, чтобы наши панелисты, ну и в последнюю очередь, как вводится Павел Данейко, прокомментировали. Спасибо.
Спасибо, and there is a, the, there is a lady also. Спасибо, и был еще один вопрос. Давайте мы его сразу выслушаем. Марина Жук, вопрос к Павлу Данейко, как генеральному директору Института предпринимательства и менеджмента. Все мы понимаем, что для того, чтобы бизнес успешно функционировал, экономика развивалась, должны быть разумные правила игры, законодательная база. В нашей стране в последнее время принимается достаточно много декретов, указов о поощрении предпринимательской инициативы. На ваш взгляд, Павел, достаточно вот того, что сейчас уже принято в последнее время? Или вот с вашей точки зрения, какой ключевой документ еще необходим для того, чтобы наш бизнес развивался успешно на данном этапе? Спасибо. Thank you. So we have two questions. Вопросы. Первый касательно развития гражданского общества, и второй касательно правил игры в Беларуси. Давайте начнем с Павла, а затем дадим слово другим участникам панели. А дело в том, что если мы возьмем постсоциализм весь, то настоящих реформ нигде не было. А те страны, которые вступили в Европейский Союз, получили повестку дня из Европейского Союза. И там не было политической борьбы за эту повестку дня практически. И они ее просто выполнили. Там, где не была привнесена повестка дня снаружи, ничего не получилось. Если можем ли мы считать российские или украинские реформы успешными? Мой ответ такой. Насильно мил не будешь. Если общество не в состоянии принимать те реформы, которые делаются, оно их не примет. Либо превратит в квази-инструменты, ну, как мы видим с олигархатом украинским и российским. Мечты о том, что частный бизнес станет локомотивом развития, оказались несколько подмочены в этом смысле. Он локомотив, но функция олигархата оказалась обратная. То есть они стали тормозить дальше реформы и так далее, и так далее. Поэтому все-таки возвращаюсь к тому, что не так просты пути трансформирования общества. Ну, то, что я пытался на примере белорусского бизнеса показать, он вырос вопреки, ну, всем рекомендациям. Да? Поэтому есть чем заниматься в смысле исследований и понимания, как общество меняется. Достаточно ли делается? Ну, по-моему, сейчас главная задача для развития частного бизнеса – это хорошее качество вузовского образования и рост инвестиций в научные разработки в Беларуси. Мы много работаем с вот этими нашими чемпионами. Для них всех проблема снабжения инженерными кадрами. Они вынуждены сейчас нанимать в Чехии, в Германии инженеров. И это совершенно новое явление, потому что эспаты в Беларуси появляются не потому, что сюда пришли крупные компании западные, а потому что белорусские компании выходят на мировой рынок и начинают привлекать эспатов для того, чтобы решать какие-то задачи. Поэтому я думаю, что вот это главный барьер. Давайте не забывать, что очень многие компании белорусские, которые активно работают на экспорт, возникли на базе тех инвестиций, которые делали в Советском Союзе в развитие военно-промышленного комплекса. Нам просто повезло, что мы делали в Беларуси не пушки, а электронику, программное обеспечение, оптику, и это имеет двойное назначение. Но с тех пор инвестиции в науку, в развитие исследовательской базы в университетах, в общем, не росли. Это проблема основная, наверное. Спасибо.
Спасибо большое. Я бы хотел бы прокомментировать первый момент насчет необходимости развития гражданского общества. Скажу об этом с точки зрения Организации Объединенных Наций. Их подход, вероятно, отличается от традиционного понятия гражданского общества, но, вероятно, в этом контексте это будет уместно. До того, как Кофи Аннан стал генсеком ООН в 90-х годах, гражданское общество вообще не особо активно участвовало в повестке дня ООН ни глобально, ни локально. ООН, в принципе, было правительственной, межправительственной организацией. За 8 лет председательства в ООН Кофи Аннан вообще привнес понятие гражданского общества в ООН и изменил систему работы этой организации. В политической части гражданскому обществу, организациям гражданского общества, стало возможным привлекать внимание ООН к потребностям людей в разных регионах. Что касается технических ресурсов, это также позволило гражданскому обществу генерировать новые идеи, проводить аналитику, выступать адвокатами, отстаивать чьи-то интересы. То есть, по сути, это упростило работу с самой организацией ООН, с другой стороны, отчасти ее усложнило. Мы видим продолжение этой динамики в любой стране на сегодняшний день. Эта динамика, которую я описал на уровне ООН, повлияла на все страны-члены ООН. То есть, причем и на те, которые можно описать как максимально демократичные, и другие. В любом случае, работа всех стран, входящих в ООН, на эту работу повлияло введение понятия гражданского общества и введение нового игрока. Сейчас во многих странах мы замечаем, что работа гражданского общества и правительства обусловлена политическим напряжением между этими лагерями. Но то есть множество причин. Но это не обязательно должно быть именно так. Есть определенные технические моменты и аспекты работы правительства с гражданским обществом, которые очень важны как для государственных учреждений, так и для организаций гражданского общества. Если игнорировать эти уроки, эти ошибки прошлого, то сам успех этой работы будет под вопросом. Ну, например, гражданское общество может... Работа гражданского общества может выиграть за счет возможности донесения озабоченности и вопросов до правительства через различные платформы и другие механизмы, которые являются средством накопления и кристаллизации озабоченности общества через организацию гражданского общества таким образом, чтобы они были поняты и приняты правительством. В контексте тех программ, инструментов и политики, которые реализует само правительство. Правительство, которое заинтересовано в платформах гражданского общества, это одна сторона, а организации гражданского общества, которые не хотят использовать эти платформы, тем самым только рубят на корню любую нормальную инициативу. Технологические изменения уже сейчас оказывают серьезное влияние на отношения правительства и гражданского общества. Мы уже упоминали краудфандинг, краудсорсинг и краудтехнологии. Это стало очень полезным механизмом, который помог правительству и организациям гражданского общества работать более тесно друг с другом, но технологическое развитие также фрагментировало гражданское пространство, и в итоге получилось большое количество мелких групп людей, которые общаются друг с другом посредством Facebook или посредством других интернет-платформ, что усложняет задачу объединения всего гражданского общества для выражение наиболее проблемных вопросов, которые волнуют общество. Поэтому, если мы хотим, чтобы гражданское общество было полезным для правительства и чтобы правительство прислушивалось к гражданскому обществу, нам необходимо понимать все технические и технологические изменения и события, которые обуславливают эти отношения. По-моему, еще на один вопрос, или, может быть, на два, если они краткие, у нас будет время.
Михаил Андреев. У меня вопрос к господину Бакеру. Вчера показали график, по которому МВФ ведет переговоры 25 лет. Вопросы, которые были в 92-м году, которые в 17-м году обсуждаются. Я восхищаюсь вашей настойчивостью. 25 лет мы, в принципе, обсуждаем одно и то же. И если вы видите наш путь длиною, скажем, 100 километров, сколько километров мы прошли за 25 лет? Это один вопрос. И второй вопрос к Павлу Данейко. Вы сказали, что хорошо, что мы не прошли эту дикую приватизацию в 90-е годы, сохранили госсектор. Мне, например, кажется, что это вовремя не сделанная в детстве операция, из-за которой теперь у нас проблемы. Дело в том, что этот сохраненный дикими усилиями госсектор и очень дорогими усилиями, он теперь очень недорого стоит. Рыночная стоимость небольшая, и он нам существенно мешает и стал похож на какую-то дальнюю родственницу в доме престарелых, которой уже там 150 лет. И с этим ничего нельзя сделать. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Thank you. And, Андрей, спасибо. Very quickly, please. Андрей, ваш вопрос очень быстро. Андрей Дмитриев, «Говори правду». У меня такой вопрос. Вот мы сегодня очень много работаем в «Говори правду» с регионами, и просто совершенно очевиден разрыв между Минском и регионами. Разрыв во всем. Это не только доходы. Вернее, скажем, это доходы, это совсем разное понимание повестки, которая стоит перед задачей, которая стоит перед страной. И в этом смысле иногда видишь, какие прекрасные законы. Вот Павел сказал, есть хорошие новости для бизнеса. Они есть на уровне новостей в Минске, потом, как в анекдоте, да, внизу все тихо. Мой вопрос очень простой к разным панелистам здесь. Какие инструменты преодоления этого разрыва сегодня, исходя из реальной ситуации, реальной политической системы, экономической системы, возможны? Как они могут работать? И как сделать так все-таки, чтобы, скажем так, одинаково более-менее понимались непотребность реформ, какие нужны реформы и в центре, и в регионах? Спасибо большое. Thank you. So two questions, one for Bas and two for Pavel Danayko. Let's start with Bas. Давайте с Басом, пожалуйста. В моей презентации еще вчера вечером я демонстрировал то, что некоторые вопросы точно такие же, как и те, что в 90-е годы. Но также я в своей презентации показал, что значительный прогресс все-таки был достигнут. В начале 90-х мы говорили о необходимости большей роли частного сектора. Частного сектора почти не было, сейчас гораздо больше. Частный сектор, может, недостаточно большой, но гораздо больше, чем был. И известные компании из частного сектора выделились, скажем, тот же World of Tanks, та компания, которая это произвела. То есть если по шкале от 0 до 100, где? Ну, выше 50, я думаю. По доходам, если взять, то где-то тоже в середине, в Восточной Европе, в Беларуси дела идут лучше, чем в Украине или в Молдове, но не так хорошо, как в Польше. В 90-е мы говорили о необходимости большей роли рыночных механизмов и частного сектора. Тогда речь шла не только о разногласиях относительно скорости, но и относительно направления. И с точки зрения правительства, наверное, можно сказать, что тогда мало кто думал, что нужно расширять роль частного сектора. А вот сейчас уже вопрос не в направлении, куда двигаться, а в скорости этого движения. Поэтому, я думаю, у нас примерно взгляды одинаковые. Если, может быть, через 40 лет мы все видим одинаковую экономику, только вот по-разному видим ее через 12 месяцев. Я вообще такого не говорил.
что хорошо, что сохранился государственный сектор. Я сказал, что не было приватизации, в результате этого это неценностная оценка. На сегодняшний день наличие госсектора, который требует постоянной дотации, является главной угрозой макроэкономической стабильности и дополнительным тормозом развития частного сектора, поскольку делает гораздо более дорогим целый ряд ресурсов, начиная от трудовых, логистических, там, сырьевых, пространство для создания новых производственных мощностей и так далее, и так далее. Поэтому в повестке дня стоит, если мы хотим дальше устойчивого развития, реструктуризация и приватизация госкомпаний стоит в повестке дня. Но приватизация – дело сложное. Мы, например, знаем венгерскую приватизацию и русскую, например, и обе, мне кажется, неудачных, например. То есть это тоже надо уметь делать. И понятно, что это сложный политический вопрос, и трудно принять такие решения, но я просто уверен, что их нужно будет принять, это просто неизбежно. По поводу того, что Андрей спрашивал, ну, разрыв между высшим уровнем управления и средним уровнем управления. Ну, это нормальная история для любой компании крупной, которая меняет стратегию или ее обновляет постоянно. И методы тут очень простые. Информировать нижние уровни, менять системы KPI для них, оценки. И тогда они будут включаться. Это дело может быть не только государственное, но и гражданское общество. Вместе, наверное, это можно сделать быстрее. Thank you. Спасибо. У нас закончилась уже наша панель. Буквально два наблюдения. Еще когда я говорил про Штиглица, на нем же и закончим. То есть его рекомендации для Соединенных Штатов состоят в том, что нам нужно стараться улучшить эффективность как частного, так и государственного секторов, чтобы бороться с коррупцией и по расходам, и уменьшить эксплуатацию монополий. Любопытно, и представители международных организаций, и Штиглиц, в общем-то, говорят практически об одном и том же, эффективность и государственного, и частного секторов. И второй момент, это, мне кажется, будет конвергенция. И если Запад справится с новыми монополиями, будет знать, как их регулировать, равно как и успешно управляться по пути к экономике, основанных на знании. И Беларусь может двигаться вперед, усиливать частный сектор, равно как и переключить роль государства скорее на регулятора, чем на контролера. И как Бен говорит, и, конечно, надо учитывать и ситуацию с безопасностью в Европе. И, конечно, это существенные моменты для Беларуси, для мира. Если будут по Минскому консенсусу конвергенции, то тогда, может быть, и получится. Спасибо большое. Давайте всех нас поблагодарим. Большое спасибо.